Есть в группе ВКонтакте «Мир Матизов». Артем Кузнецов мне посоветовал наконечник рулевой тяги между пыльником и кулаком, куда мы устанавливаем, сделать пластиковую шайбу из полипропиленовой канистры. Взял крышку. Толщина у нее хорошая. Палец на наконечнике получается 14 миллиметров. Поэтому пробойником на 14 я сделал соответствующее отверстие. Осталось вырезать по кругу и получим таким образом прокладку. Сначала вырезаем грубо, а потом делаем чистовой рез. Ну вот, что у нас получилось.